пытается там сторона. Вот такая вот жесткая авария, короче. Так что Зеленский выдает квартиры людям, теперь придется еще ларек людям выдать. Это видите, это пострадали, блядь. Я ебу. Ребят, тот неловкий момент, когда с утра захотел выпить кофе. И не одну чашку. Очень жестко, конечно, блядь. Тупо в ларек, ебать, залетел. Кавабанда, блядь.